Малышман ТВ. Пришел однажды малышок, наш пес по имени Дружок. Хвостом небрежно замахав, загавкал весело. Гав, гав. Осел поблизости трусил, он кошку грустную спросил: ты что, не в духе, как я? Ох, я сказала кошка. Мяу-мур, кто не поел, тот часто хмур. Пойду поймяю мышь на ужин, мне вкусный ужин очень нужен, сказала мышка. Пип-пип-пип, давай-ка, кошка, не лупи, купи себе кефир и сыр, вот это будет пип-пип-пир. Пип-пип, мяу-мяу. Пип-пип, мяу-мяу. Пип-пип, мяу-мяу. Лягушка молвила. Ква-ква. Сказала свинка. Ты права. Хрю-хрю. Добавила затем. Я без ума от хрюкзантем. Крича взволнованно. Хар-хар. Ворона мчалась на базар. Кукушка лежа на боку слегка кукухнула. Ку-ку. Петух поправил. Не ку-ку, а так сказать кукуреку. Затем добавил. Кукареку! Подайте мне кука карету! Спросила курочка. Ку-ку. Далекой ты и далеко. Пойму, ну почему же, почему не говорят все му-му-му? Коза заметила по мне, звучит приятнее ми-ми-ме. Нет, ме, пожалуй, так себе, сказал баран, уж лучше бе. Встречала утка в свой черед, кря-кря-кря-кря, кря-кря вперед. Ни бе, ни ме, ни кукареку. Кря-кря, скорее в реку! Сказала лошадь. Иго-го! Зверюшек много, ого-го! А гусь добавил веско. Га! Ого-го, ага-га! О, эти чудные слова! И кря-кря-кря! И ква-ква-ква! Пи-пи и мяу! И ку-ку! Гав-гав! Га-га! Кукареку! И звуки мне, и звуки приятны сердцу и уму!